Так, ну что, всем привет. Сегодня продолжаю разбирать Запорожец. Буду мыть под капотку. Моторный отсек. Кёрхера нет, но хоть чем-то надо же помыть. Также снял, вот видите, уже глушитель снял. Надо будет его подварить. Буду снимать капот. Там что-то он задевает, надо будет посмотреть. Петли, может, подварить или что. Сегодня будут такие небольшие работенки, так что поехали дальше разбирать. Так, снял капот, чтобы было легче его шкурить. В общем, вот это вот место задевает она. Я пробовал его немного приподнять. Ну, надо его, в общем, регулировать. Вот это место трет. Вот с той стороны также вот натирает. Видимо, капот был назад прижатый. Так, вот петли. Скорее всего, здесь вот так вот выгнуло. Хочу его немного отогнуть, чтобы они были немного пониже. Из-за этого он ровно не садится. В общем, сейчас помоем подкапотное пространство. Взял обычный шампунь. Шампунь, жидкое мыло, там без разницы. Так, ну что, немного все поотмывал. Остался коврик еще потереть. Ну вот так вот выглядит подкапотка. Сейчас хоть немного почище стало. Пускай все подсыхает. Так, вот заднюю часть тоже помыл. Ну, правда, я вчера мыл уже. Вечером решил немного сполоснуть. Вот так вот чисто стало. Так, вот снял глушитель. Вот сам глушитель, я уже его посмотрел, разобрал. Так, вот так.
Так, ну вот в таком положении он был. Очень быстро я его разобрал. Здесь вот так просто труба засунута была. И все. На этом месте, где вот было плохо затянуто, даже прокладки не было. А здесь есть прокладка, но она какая-то самодельная, то ли из старого асбеста делали. В общем, говорят, прокладка подходит, если от коллектора от 2108 подходит прокладка, вырезать можно и вставить. Нашел дыры, вот, вот дырище надо заварить. Так, ну, подлатая, походит еще. У нас же бюджетный ремонт, восстановление. Так что сделаю. Самое главное, то, что здесь затянуто не было. Без прокладки, из-за этого такой шум был. Может, она рассыпалась. Все хорошо открутилось. Здесь вот открутилось. Я заранее все замочил. Маслом смазал. А так здесь все чисто стало. Приятно. Надо будет еще карбюратор снять. Подшаманить его. Глушитель подварю. И поставлю на место. Серебрянкой его покрашу. Так что походит еще. Вот капот. Надо вот здесь вот шпаклю всю поснимать. И этот зашкурить его. Металл, конечно, здесь толстенный. В общем, как-то так. Кстати, снимал вот этот редуктор рулевой. Три болта открутил. Вот здесь вот подтянул. Открутил, там внутри не было масла. Уплотнитель рассохся, и масло все вытекло. Не было, в общем, масла. Сейчас уж не буду откручивать, показывать. Я открутил вот три болта. Три болта открутил. Запрессовал туда этот смазку шрус черную полностью. Она хоть не будет вытекать, как обычное масло. И она будет держаться. Вчера он колеса покрасил вечером. Снял вайтволы. Пока на время. В общем, вот такой сегодня был ролик. Сегодня у нас была мини-мойка. До салона, правда, еще не добрался. До салона не добрался. Салон будем в следующий раз мыть. Когда немного потеплее будет, это уже вечер, сейчас намочишь и все будет сырое. В общем, сейчас пускай солнышко все подсушит. Так, ну, в следующем видео, наверное, будем этот заваривать заднюю часть, вот эти под фонари заглушим. Колпаки старые вот нашел, хотел вам показать. Ну, я их ставить не буду, просто посмотреть. О, полный колхоз. И вот нашел старый этот подъемник. Ну, как называется, не знаю. Блин, забыл, вылетел из головы. Хочу поставить его этот впереди. Ну, чтобы он капот держал. Ну, или назад. В общем, можно посмотреть. Он, правда, у меня один. Если вот так вот приделать, будет автоматическая, так сказать, подпорка. Ну, я еще не знаю, ставить не ставить. Так-то недолго просверлил, здесь посверлил, сюда вот установил, просверлил, затянул и все. В общем, приведем его в порядок. Максимально, так сказать, ну, по бюджету. Минимум вложений. Это, конечно, не идеальная реставрация будет, но будет так. Для деревни пойдет. Подкрасим, где что надо, и все. Смажем, обработаем. А так, в принципе, на сегодня все. Пиши, ставь лайк. И до следующего видео.